Здравствуйте, ребята! Значит, вот идет 16-й день, как мы уже виноград подробили, надавили в бочках, короче. Значит, сейчас посмотрим, в каком она стадии, значит. Ну, естественно, она еще бродит, ребятушки. И попробуем, естественно, на вкус. И, естественно, я постараюсь, как всегда, передать вкус вам. Значит, уже как она уже отбродила, не отбродила, но скорее всего пока не отбродила, ребята. Сейчас посмотрим, короче. Вот они, наши бочечки, ребята. Вот они, наши бочечки. Вот наша спичечка. Вот. Ну, одной рукой, естественно, я не умудрюсь зажечь спичку, но есть зажигалка в помощь. Вот такие пироги. Вот наш стаканчик, которым мы его пробуем, значит. Сейчас открываем вот его. Так, она вся потная, ребятушки. И зажигаем зажигалку. Вот зажгли. Окунули его туда. Естественно, гаснет, ребята. Видели, да? Сейчас давайте вот так сделаем. Вот я в рот его беру. Так, интересно, как-то зажег. Видите, ребятушки, она сразу гаснет. То есть это говорит о том, что у нас процесс брожения очень прикольно идет. Короче говоря, сейчас посмотрим, попробуем на вкус. Дарарирарира. Я извиняюсь, кто-то, наверное, остановился или я не знаю. Я бегом, бегом, бегом и обратно бегом, бегом, бегом. Что-то Гоги там лает. Гоги, что с тобой? А, ну на кошку, наверное, скорее всего. Ну, хер с ним, короче. Хер с ним. Так, сейчас самое интересное. Вот так. Раздвигаем. Чачу раздвинули, ребятушки. О, блин, красота, ребят, смотрите, а. Как не выпить, бичок, как не выпить за мир во всем мире, а? Как не выпить? Я не понимаю вообще, да. Ну, в чистом виде, ребятушки, не получается, естественно. Я сейчас постараюсь чачу убрать вот так. Чачу убрать постараюсь. Ну, это, скорее всего, сейчас будет уже даже не мочари, ребята. Мочари он, то есть, когда он начинает бродить, 3-4 дня проходит, он уже мочарь, короче. Сейчас попробуем, оба, выпить. Естественно, ребятушки, за мир во всем мире. За мир во всем мире. Да будет мир во всем мире, ребята. Быть добру. О, да, градус чувствуется. Не совру, ребята, похоже чем-то на шампанское, шипучее вино, короче, прикольный вкус такой. Отвечаю, да, хороший, короче. Ням-ням. Прикольно. Прикольно, ребята. Сейчас самое время, естественно, его перемешивать. Вот знаете, что еще, ребятушки? Очень многие спрашивают, вот сколько дней надо, сколько не надо. Виноград сам вам скажет, сколько дней ему надо. Все. Я вот тоже жду, вот 16 дней он бродит. Аж бегом бродит. Вот такие вот пироги, ребята. И т.д. и т.п. короче. Давайте, ребята, всех благ. И т.д. и т.п. Целую, всех уважаю. А? А, блин, как бурлит, Сергей Нацоли. Пока-пока.